КВН «Триот идет» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту, до которого этот прогресс еще не добрался. Время движется вперед, вместе с ним бежит прогресс. И уже по всей стране, как грибы, растут АЭС. А в подъезде номер 3 лампочка не горит. Уже целых 8 лет лампочка не горит. Атомы в коллайдере разгоняют физики. Высадку людей на Марс спутники приблизили. А в подъезде номер 3 лампочка не горит. Уже целых 20 лет лампочка не горит. В Питере сосулечки лазером сбиваются. Искусственные уши людям приживаются. А в подъезде номер 3 поменяли лампочку. Погорело 5 минут и исчезло в темноте. Могут строить острова, людям могут чип вживлять. Могут делать киборгов, детей в пробирке получать. Но в подъезде номер 3 лампочка все не горит. И на мои жалобы походу всем до лампочки. Запускается ГЛОНАСС, радостные хлопоты. И в Японии уже делают все роботы. А в подъезде номер 3 дед откинул тапочки. Он увидел свет в тоннеле, только не от лампочки. Сенсоры в мобильниках, книги электронные. Как дышлю со спутников, самые подробные. А в подъезде номер 3 даже бомж пугается. Как так? Да просто так, свет не зажигается. Бомбу делает Иран, человек планирован. Лодки двигает уран, воздух сгенерирован. Из подъезда номер 3 все смотались жители. Ведь зима без лампочки перспектив не видели. Златоглавая Москва куполом обносится. Как волна прогресс научный по стране проносится. А подъезда номер 3 больше нет на карточке. Проще дом снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.